Хо-хо-хо! Здорово, ребятушки! Вот и наступил новый 2021 год. Тем, кто вел себя хорошо в прошлом году, Дедушка Мороз подарочки принес. И Хомыч не исключение. Так, что тут у нас-то под елочкой припасено? Бочонок французского варенья. И корзина хрустящего печенья. Марка варенья Реми Мартин. Достанем-ка мы тару с ним. Судя по упаковке, варенье хорошее для согрева души и тела. А вот и емкость для его использования от производителя. Хотя не та форма у емкости, пожалуй, заменим на другую. Что-то неразборчиво написано. Курвуазье. Как-то так. Перейдем к розливу и дегустации варенья. Варенье совсем жидкое оказалось, да еще из винограда сделано. Но ничего, мы и выпить можем его. Да кто б сомневался. Далее очередь печенья. Судя по упаковке, печенье наше с красной икрой. И как оказалось, производитель не обманул нас. Смотреть на такое приятно, но попробовать было бы еще приятнее. Ваше здоровье. Хорошо варенье пошло. На заднем плане холодильник завозмущался. Ему же не доверили хранение подарков. Вот и бурчит проклятый. А ничего так, печеньки, мне понравились. Да и варенье тоже отменное попалось. Что-то я тут разошелся мыслью по древу. С Новым годом, с новым счастьем. Чтоб хрен стоял и деньги были. Приятного вам аппетита! И до новых встреч, друзья!